Рейтинг по традиции возглавляет Москва. Сегодня снять однокомнатную квартиру в столице стоит в среднем 33 тысячи рублей в месяц. Вторым обычно идет Санкт-Петербург, но на сей раз ему пришлось уступить свое место Сочи, который необыкновенно подорожал с наступлением лета. Однушки на главном российском курорте сдают в среднем за почти 26 тысяч рублей в месяц, двушки за 33, трешки за более чем 54 тысячи рублей. В итоге аренда однокомнатной квартиры стала дороже больше, чем на 38%. Также в пятерку самых дорогих по аренде квартир входят Екатеринбург и города Московской области. Дешевле же всего в стране квартиры сдаются в Чебоксарах. Однокомнатные предлагаются за 6,5 тысяч рублей в месяц. Также недорого снимать жилье в Череповце, Новокузнецке, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.